Так, «Джаз Маман» является частью национального проекта «Жастар Ельтерегэ». А в прошлом году для его реализации было отобрано 80 учебных заведений страны. Высший аграрно-технический колледж включен в проект по 5 специальностям. Здесь имеется все необходимое оборудование, чтобы студенты могли закрепить на практике полученные знания. Подробнее в сюжете. Основная цель проекта – модернизация 180 колледжей и 20 университетов по 100 востребованным производственным и сервисным специальностям, а также внедрение международного опыта в подготовке квалифицированных специалистов. Высший аграрно-технический колледж включен в проект по 5 специальностям, где на сегодняшний день обучаются 632 студента. В рамках проекта было выделено 379 миллионов тенге, которые направлены на модернизацию оборудования колледжа. По 4 специальностям оснащены 3 лаборатории и 3 мастерские. Главным критерием этой программы является улучшение материальной базы с требованием современного для подготовки современного специалиста. То есть, когда человек обучается в нашем колледже, после окончания он, как выпускник, уже подготовлен к работе. Высший аграрно-технический колледж ведет подготовку кадров по 21 рабочей специальности. В последние годы здесь произошли кардинальные изменения, особенно в части оснащения материально-технической базы. Перед вами представлен автоматизированный стенд имитации масляного потока сырой нефти. Он состоит из горизонтального сепаратора и контрольно-измерительных приборов, среди которых мы можем наблюдать аварийную кнопку для экстренного выключения. Работа самого сепаратора у нас заключается в том, что здесь у нас смесь воды с маслом и газом, поступает сам сепаратор. Студенты Уральского колледжа добиваются высоких результатов. Так, в этом году они заняли в республиканском конкурсе WorldSkills второе место. Я учусь на 3-м курсе по специальности электроснабжения. Чтобы усовершенствовать свои знания и навыки, мы принимаем участие в различных конкурсах. Вот сейчас готовимся к очередному областному конкурсу. На сегодняшний день в колледже обучается более 2000 студентов. Проводится подготовка и переподготовка по 31 рабочей специальности. Учебные заведения тесно сотрудничают с городскими и районными центрами занятости. В этом году 90 специалистов прошли переобучение и освоили разные рабочие профессии. Альбина Кумургалиева, Ербол Миндагалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.